Напомним, что за полгода до нашумевшего в прессе затмения 11 августа в марте 1999 года страны НАТО начали бомбить Сербию. Последовавшая затем наземная операция привела к оккупации Косово. Причиной была объявлена необходимость остановить вооруженный конфликт между сербами и албанцами, хотя поспешность вторжения заставила многих считать, что страны НАТО не столько заботятся о мире и демократии, сколько преследуют свои далеко идущие цели. Какие же цели? Прошло 8 лет, прежде чем произошли события, которые позволяют теперь вспомнить об оккупации Сербии в совершенно неожиданном свете. Дело в том, что в свое время, в 2002 году, я был соавтором книги «Балканы сегодня и завтра. Военно-политические аспекты миротворчества». Мы рассматривали многие вопросы. И как раз только-только закончилась война в Югославии с участием натовских войск. Я думаю, что там решалась не только политическая задача, но в некотором смысле и геополитическая задача. Известно, что республики бывшей Югославии расположены в основном на нагорьях, на сотни метров выше уровня моря. Наводнения им, по всей видимости, не грозят. В этом смысле это довольно безопасный регион, сходный по климату с остальными странами Центральной Европы. А при угрозе исчезновения целых государств невольно приходится вспоминать, что страны НАТО уже захватили плацдарм на Балканах, ведь там уже находятся их войска. В результате затопления огромных территорий сотни миллионов человек могут оказаться без крова и питьевой воды. Пресной воды порядка 30% сейчас нормально используется. Где-то порядка 2 миллиардов человек, значит, либо питается пресной водой, подпитывается на голодном минимуме, либо, значит, пользуется водой, скажем, некачественной. И от этого много смертей, от дизентерии и от прочих болезней. Глобальные изменения неизбежны. Грядет великое переселение народов, борьба за ресурсы, как энергетические в форме нефти, так и основные ресурсы, ресурсы пресной воды, которые у нас имеются в России в районе озера Байкал и вот озера Онежского и Ладожского. И грядет столкновение народов. И ангел поднял руку свою к небу и клялся, что времени уже не будет. Все мы знаем историю гибели «Титаника». Катастрофа огромного корабля, столкнувшегося с колоссальным айсбергом. Удивителен факт необычайного предвидения, сделанного журналистом Морганом Робертсоном в повести «Тщетность», опубликованной в 1896 году. В ней рассказывалось об огромном роскошном лайнере «Титан», построенном в Англии и считавшемся непотопляемым. В первом же плавании он столкнулся с айсбергом и затонул. Это может показаться невероятным, но еще удивительнее то, что один из кочегаров «Титаника» читал эту повесть в перерывах между вахтами во время рейса. Он пришел в ужас, узнав описание того самого корабля, на котором находился. Во время захода в очередной порт кочегар с корабля сбежал. Человечество было предупреждено о катастрофе «Титаника» за 6 лет. Точно так же, как оно предупреждено о будущих опасностях древними преданиями и предсказаниями провидцев. В чем-то они оказались правы. Сегодня уже невозможно скрывать истинный масштаб грядущих перемен. По оценкам ученых, за последние 100 лет произошло глобальное потепление, а это чревато тем, что подтоплению подлежат все приморские приоконические города. Известно, что из 20 мегаполисов мира 14 находятся на побережье, и все они, в принципе, пострадают. Ну, конечно, я уже не говорю о тех районах, которые находятся ниже уровня Мирового океана, и низменные районы. По данным, опубликованным ООН в феврале 2007 года, в мире скоро окажется около 200 миллионов беженцев. И это вовсе не фантазии авторов голливудских фильмов. По масштабам последствий, это явление может превосходить великое историческое переселение народов в прошлом. Географическая карта, политическая карта, климатическая карта в ближайшие 30-50 лет изменится кардинально.
Это вот первое. Второе. Потепление климата в 2-3 градуса, как следствие, могут быть потрясения, которых сейчас мы наблюдаем только предвестники, а в перспективе это может быть миграция населения, которая будет просчитываться от 100 и более миллионов человек. Это будет проблема. Проблема приема этого населения в странах, которые менее пострадали. Можно допустить два варианта. Первый вариант, что их примут, как погорельцев в русских деревнях, так? А второй вариант, их и на порог не пустят. Тогда они вынуждены будут силовым методом добиваться места, как говорится, под солнцем, и вблизи орошаемых земель и питьевой воды. Вот это уже будет конфликт. Для всех этих сотен миллионов людей потоп может оказаться реальностью уже в следующем, а может быть и в этом поколении. Тающие льды на наших полюсах могут поднять уровень мирового океана на 60 метров. Становится ясно, что картина мира рано или поздно сильно изменится. А вместе с ней, конечно, поменяется и политическая карта. Возможность, если и не всемирного, то континентального потопа в 20 веке постепенно превращается из предчувствия в серьезное предположение. В последнее время в средствах массовой информации нередко представляют картины будущего планеты, напоминающие время после всемирного потопа. Например, газета «Шпигель» так описывает лето 2040 года. Небоскребы Нью-Йорка поднялись, как рифы из моря, вдали от побережья. Давно уже поглощены морем Гамбург и Гонконг, Лондон, Каир, Копенгаген и Рим. Территория Великобритании превратилась в архипелаг, в котором Англия, Шотландия и Уэльс стали островами. С тех пор, как усилилось таяние ледниковых шапок на обоих полюсах, море поглотило целые страны. Дании, Голландии, Бельгии больше не существует. Становится не по себе, когда читаешь эти строки. Несколько успокаивает лишь то, что их писала бойкое перо журналиста. Но вот что говорил американский ясновидящий Эдгар Кейси о будущем России в этом процессе. Климат в будущей России станет менее суровым и более благоприятным. Центром возрождающейся цивилизации я вижу Западную Сибирь, которая будет самым безопасным местом на Земле. Он правильно говорит. Это одна из самых больших плит в мире, где никаких землетрясений не было, нет и не будет. Все правильно. И у нас на русской платформе тоже не будет. У нас только отраженные могут приходить и так далее. Он абсолютно прав. Если Кейси прав, то для России грядущие изменения пройдут без многомиллионных человеческих жертв. Однако, что бы ни случилось в будущем, человечество все-таки остается одной семьей. И справляться с грядущими трудностями нам придется всем вместе. Что-то мы уже можем противопоставить стихиям. Против метеоритной опасности разработчики программы «Цитадель» предлагают направленными взрывами ракет менять траектории астероидов, угрожающих Земле. Уже сейчас возможно более точно предугадывать землетрясения и гигантские цунами. Но как быть с усилением солнечного излучения? Что делать перед наступлением моря? Людям нужно пересмотреть все свои критерии и оценки. Все должно отступить перед страхом всеобщей гибели, все наши разногласия. И какая-то борьба, все это нелепо до предела. Нужно взяться за руки и всем бороться за выживание. Объединение уже началось. 24 сентября 2007 года более 150 государств приняли участие во встрече на высоком уровне в штаб-квартире ООН. На заседании присутствовали порядка 80 глав государств. Основные обязательства по ограничению выбросов парникового газа взяли на себя страны Евросоюза, Японии и Канады. Россия и Украина обязались сохранить выбросы на уровне 90-го года. Китай и Индия обязательств на себя не брали. Отказались от участия в квотах по выбросам парниковых газов в атмосферу и Соединенные Штаты Америки.